Ну, больше всего хотел бы обратить внимание на международном фестивале Валерия Григорьевича Болотова, текст. Песня называется «Ребята уходят». Я хотел бы, чтобы вы поняли, о чем это все, как. Я думаю, как каждому это все потихоньку, развязка сама я донесу. А ребята уходят навсегда потихоньку из больничных загонов на носилки и в рай за собой оставляя нам лишь теплую койку и количество скорби, ту, что льет через край. А ребята уходят, дорогие браточки, наглотавшись рентген, пропылившись насквозь, им в диагнозах ставят непонятные точки, чтоб за ними другим чуть попроще жилось. А ребята уходят, рвутся судьбы, как нити. Это крикнет опять молодая вдова, и растут на земле, и растут обелиски, и мы будем их помнить. Имена, имена. А ребята уходят, а весна остается. Неужели придется нашим детям вот так же, как им, уходить? А ребята уходят, а ребята уходят. Thank you.